я имею в виду незаконное контрафактное алкоголя, в первую очередь самогона. Из конкретики всем начальникам сельских райотделов была поставлена задача в течение месяца продемонстрировать успехи по изъятию самогонных аппаратов, сбытчиков самогона, которые безнаказанно годами отравляют жизнь населенных пунктов. А такие, к сожалению, деятели существуют практически в каждом населенном пункте по всей Украине. Это надо пресекать.